18 июня во Всеукраинский день олимпийцев в Измаиле прошел массовый легкоатлетический пробег и велопробег, в которых приняли участие 80 человек возрастом от 7 до 77 лет. 17 часов на участке от памятника морякам-дунайцам до морвокзала дистанцию 800 метров преодолевали сначала девочки и женщины, а затем юноши и мужчины. Среди женского контингента участников первой пришла к финишной черте Валерия Тимошенко. На втором месте Олеся Кадя, на третьем Алена Живицкая. Среди юношей и мужчин первым прибежал Сергей Стрижко, вторым Ростислав Хаджирадев и третьим Валентин Кибалко. Велосипедисты стартовали от памятника морякам-дунайцам ровно в 18 часов. Солнце отражалось в каждом колесе 30 участников велопробега. 60 колес отмеривали свой путь к победе, хотя основная масса соревнующихся приняла участие в соревнованиях ради самих соревнований, без претензий на победу. Первое место в ристалище на двух колесах завоевал Алексей Белоус, 1992 года рождения. Остальным участникам пробега и велопробега достались на память призы и подарки. Оксана Картельян, веб-студия «Курьер».